Джиминджи Бао. Отсылка, которую поняло два человека. Из прошлого. Я не знаю никогда, как начинать эти видосики. Мне только что пришло, получается, две посылки в одной картридже некоторые, я про них рассказал, уже записал отдельно. Ну и еще одна сразу же пришла, и можно, в принципе, открыть, пока камера та же тут стоит, как бы, какая разница, в смысле, чтобы не переставлять потом камеру. Оно по бумаге, знаешь, как вот это, когда Ага, надо объяснить, что это. Не, надо показать сначала. Оу, фа, закрутили тут что-то. Ага. I'm sorry. Тут какая-то записка, ну, адрес получается. Кстати, блин, я только понял сейчас, что, ну, обычно у меня анбоксинг только с играми связан, то есть там особого сюрприза нету. А в данном случае я даже не объяснил, что это. Ну, конечно, в названии будет написано, но... Интрига пока что. Блин, что так запутывает вообще? Такой, знаешь, такой... Так я еще не видел, чтобы запаковывали, чтобы это ни было. И оно может сломать, оно так прям плотно все замоталось. Что это вообще? Новая почта, кстати, вообще так много берет. А, ага, это они кусок песком обоев. Fuck is this piece of shit? А, может это для того, чтобы оно типа не повредилось? Даже нож пригодился обычно. Коробка вообще самодостаточная, там только надо открыть и все. Это именно анбоксинг. О! Вот, да. Наконец. Суть. Фух. Просто тут крышка такая, именно пуля непробиваемая. Вот сама посылка. 6 штук. Класс. Все, блин. Это что-то, о чем я не знал до последнего, что мне это нужно было в жизни, до того, как я это не увидел. Тихо-тихо. Сейчас мы успокаиваемся. Короче, листал я OLX, как обычно, ища игры всякие там, получается, вот я только что про них рассказал, как бы там. Потом на следующий день, получается, ввожу Sega, как обычно, ничего не нашлось. И думаю, давно я не вводил слово «скрябин» в поиск. Может, найдется что-то такое прикольное, чего, как бы, ну, мало ли, как бы. Именно по наитию, получается, написал. Причем я написал даже не «скрябин», а слово «кассеты». Просто написал «кассеты», причем с одной «с», чтобы на украинском, чтобы аутентично, чтобы именно нашлось все самое такое, знаешь, вот именно... И там попадается объявление, типа, «Брати Гадюкіни та інші фірмові касети українських артистів». Или там, «Касети інших українських артистів». И я такое открываю, реально там все альбомы братьев Гадюкиных, думаю, норм, ну, мне в них не сильно, не многие песни нравятся. Вот я когда их только обнаружил, то послушал так, и песни 2-3 могу так вспомнить сразу, как бы, но, ну, я не фанат, как бы, этой группы. Мне больше «Мертвый пивы» нравится, который вдохновился песней их, чтобы название взять. Но «Брати Гадюкіни» не, потом листаю дальше, там именно такие... Кучи Верки Сердючки, всякие там украинские гулянки, застилья, думаю, ооо. И «Океан Эльзы», кстати, альбомы, причем там всякие, даже более-менее новые, то есть «Суперсимметрия», «Мира», «Модель». «Модель» — это альбом, который у меня был, получается, всегда, ну, это мой, как бы, альбом детства. Он даже у меня до сих пор есть, но там самой музыки нет, я потому что его перезаписывал, получается. Потом следующую страницу нажимаю, и там вот так верхний ряд, это... Тупо все альбомы Скрябина. Ну не все, но по крайней мере самые, знаешь ли, «Мова рыб», про которую я, блин, делал обзор, диск у меня был. И я говорил даже в этом обзоре, что с кассет, наверное, круто слушать. И я вот наконец-то смогу послушать. Потом «Птахи» и «Казки». И даже, вот, кстати, вот это единственное, которое у меня даже нет на диске, «Танец пингвина», потому что, ну,
я достаточно к нему скептически отношусь. Это, по сути, альбом ремиксов, такой типа сборник Greatest Hits, только они все в новом варианте. И мне оттуда нравятся, по сути, только две песни. Но недавно я еще для себя как бы открыл песню вот эту вот... Синзима, короче, на этом варианте тоже неплохо сделано. И Холодный смак достаточно неплохо они сделали. Короче, я этот альбом все больше слушал в последнее время. И вот так вот, когда я его увидел на кассете, я понял, что вот больше всего из этих вот всех, ну, понятно, это самые классные альбомы Скрябина. И они на кассетах, блин. Я просто так поздно застал Скрябин, что он для меня, ну... В 2010 года я только начал его для себя открывать, и они в то время начали выпускать переиздания его альбомов, и я тогда купил, получается, на дисках... Ладно, покажу. Такая, знаешь, небольшая стопочка. Это все только Скрябин. То есть как раз вот эти вот самые основные альбомы, как бы, самые классные я тогда купил, получается, на переизданиях. И, честно говоря, если совсем уж быть честным, то мне не нравится, как они просто такие... То есть, вот это все, что в них есть, то есть тут просто вот как обложка, и, ну, хоть и сама это прикольная, и они такие как бы новые там, но мне вот эта линия не совсем нравится. То есть, я даже немного хочу найти их же в том изначальном варианте, в котором они издавались, то есть, на, ну, в коробках. То есть, вот, допустим, более поздние альбомы там, всякие там, не знаю, Гламур, там, Натура, они в коробках еще издавались, их не переиздавали как бы. И вот я бы хотел, чтобы у меня изначальные вот эти ранние альбомы, в смысле, тоже в таком виде были, потому что оно более аутентично. И, в общем, ну, для меня диски это было нормой. У меня когда они появились, то я их еще на магнитофоне слушал. Он у меня еще работал, блин. Потом он перестал включаться. И это так вообще. То есть я теперь музыка перестала для меня существовать. То есть диски были, это настолько норма, как бы. Я постоянно вот на кухне слушал, особенно Каскей, постоянно играли, получается. Даже включал там папе, вот там вторая песня, что это Татко Хоры, и оно играет, и он такой, Татко Хоры, и даже иногда вспоминает, поет, и плюс мы ж ходили с ним на концерт, и он тоже оттуда многие песни запомнил, такой мне рассказывал. Ну, короче, то есть это ценно воспоминание, благодаря тому, что оно вслух звучит, а когда нету магнитофона, и ты в наушниках слушаешь, ну, это совсем другое, как бы, и когда особенно оно просто в виде файлов, как бы, неосязаемое. А кассеты, это вот то, на чем я изначально слушал, то есть у меня в детстве был такой плеер, именно небольшой, и я постоянно, во-первых, слушал многие альбомы так, то есть у меня вот Гориллаз, допустим, тогда я слушал, Океан Эльзы, вот модель, получается, альбом. У меня они все лежат, я, наверное, сейчас принесу несколько кассет. Но потом, получается, вот этот наш магнитофон, он позволял записывать с дисков на кассеты и позволял записывать с радио на кассеты. Соответственно, когда, например, в Гала-радио был Гала-клаб, то я постоянно записывал на те кассеты, которые у нас были. Там не все были ценные, там некоторые даже чужие я брал, то есть... И перезаписывал на них то, чего у меня не было. Ну, короче, те песни, которые мне больше всего нравились. Таким образом... Вот, допустим, тут у меня есть... вот, Favorite Гала-клаб номер 2, потом... Тут вопли видоплясова, но при этом DJ Kid 5.6, number one sound. Потом на этой вообще не написано ничего. Ну, короче, кассеты это были таким моим главным. То есть на них приходилось записывать поверх того, что там уже есть, то, что ты боишься пропустить. То есть, допустим, когда по радио слышишь какую-то крутую песню, то такой, ладно, то, что я на дисках записал, то я могу переписать. И короче, кассеты я слушал очень сильно в свое время. Но Скрябин для меня в моей жизни как бы появился так поздно, что я только на дисках, на переизданиях уже начал его как бы узнавать. И вот когда я сделал обзоры, получается, на альбомы, как раз на Мову Рыб, на ту же, на Птахи, на Каски, то в комментариях даже вот говорили, что они слушали на кассетах, и я, блин, реально теперь завидую, что, ну, я пропустил эту эпоху. Ну, правда, это, похоже, второе издание, потому что Мова Рыб, она изначально была с той обложкой, где он такой, ну, типа, как маленький, такой, как черно-белое, такое от руки нарисованное. А вот это уже как переиздание вместе с Каскам. Мне интересно, что это за, как это называется, тираж. То есть это новое, это старое. Тут год должен указан. О, индекс выдания есть. Надо будет посмотреть. Вау, тут еще и оно это... Я так да... И вообще, сам факт, что я кассеты купил в 2018 году, это очень странно. Но, кстати, мы с Павой некоторое время немного, ну, я говорю... Там кассеты Скрябина, он такой, ну и как ты их будешь слушать? Это же все есть, говорит. Я говорю, нет, блин, кассеты это другое совсем, потому что реально оно иначе звучит. Вот у меня, я нашел на каком-то архиве украинской музыки там чьи-то оцифровки с кассет, и я чаще всего их именно слушаю. То есть мне нравится, как звучит на кассетах. И плюс это тот звук, с которым я привык, как бы, ну, то есть раньше я когда слушал с кассет, и потом диск слушаешь, то это совсем два разных формата, по сути. То есть это объективно разные носители. Это как, ну, винил, в принципе, кассеты.
это хоть и хуже звучит, но, не знаю, что-то в ней есть такое родное. И я бы очень, блин, хотел, чтобы у меня магнитофон мой работал, потому что там, короче, запала штука, которая подключает его к сети просто. А чтобы его разобрать и достать ее оттуда, надо специальная отвертка, которой у меня нету, блин. Из-за этого я без музыки живу много лет, хоть он и работает, как бы. Но у меня есть там у папы, брата, получается, какой-то старый музыкальный центр, они его увезли, потом я взял к нам только ту часть, которую кассеты включают, но звук надо куда-то еще выводить, то есть на колонке надо подключать, то есть это целый процесс, но я собираюсь сейчас подключить и включить и проверить, как они звучат и вообще. И вот этот папа сомневался, ну, такой говорит, зачем они тебе надо, ты даже не сможешь их включить, типа, просто чтобы видео показать. Я такой, ну, вообще-то да, потому что я планирую, если честно, делать проскрябина топ-50 песен. Я, блин, уже года 3 собираю этот список, так сложно выбрать. То есть у меня 200 песен как минимум есть, и мне просто жалко многие из них убирать из этого списка, потому что все крутые, как бы. У него же там, ну, шоу. Песен 800, и из них отобрать даже 200 невозможно, как бы. А когда я буду рассказывать про них, будет классно именно показывать на кассетах. То есть это, ну, формат, который я пропустил лично, но который наверняка многим довелось скрабин узнать из этого формата, а не вот так вот, как бы. Блин, это совсем, это как разные поколения в руках держишь. Но, ну, я не знаю, это необъяснимо, но учитывая, что скрабин это вообще у меня любимая группа, именно из украинских, так точно, то как я мог не купить их? И самое классное, что они стоили все по 10 гривен. Как бы я бы купил их, даже если бы они все по 50 стоили или там по 100 на самом деле. Ну, я бы тогда, может, отобрал только эти три, потому что я еще взял еще одна, которую... Вот эту, кстати, я бы не купил, если бы она дороже стоила. Это тоже скрябин вместе с, по-моему, Ничлавой. У них был такой альбом, типа, как... Не то, что фолк, но, короче, нетипичный для скрябина стиль. И он, по сути, как коллаборейшн такой, наше Рождество. Такой рождественский альбом они сделали. Но классное в нем для меня, как бы сентиментальная ценность в том, что я его в том году как раз на Рождество слушал, когда играл в Christmas Puzzle, который, ну, чтобы максимально рождественское все было, то я сначала играл в Christmas Puzzle под Christmas Robotica, но потом подумал, что это как-то сильно по-английски, и захотелось чего-то такого родного, как бы, ну, нашего. Pun intended. И я реально этот альбом послушал первый раз полноценно так. Когда играешь просто в такую игру такого типа, то надо, чтобы уши были чем-то заняты, потому что в самой игре там музыка не очень прикольная. И многие песни прикольные, такие веселые тут. То есть этот альбом я, ну, всего пару раз слушал, может, именно на Рождество. Он теперь ассоциируется у меня с ним. И даже так странно мне его видеть на кассете, потому что я воспринимал его как более поздний альбом. То есть, по-моему, он либо 2001, либо 2002. Тут не написано. Так странно, у них у всех изображение вообще-то растянуто и... А, и они пустые внутри. Я не уверен даже, что это как бы лицензия, потому что, ну, как бы оно не должно быть таким растянутым. А, тут год вообще указан. Ага, вот что. 99! Ого! Блин, скрябин, честно говоря, в 99-м году сделал все альбомы. В смысле, он за один год выпустил больше альбомов, чем многие группы за... Ну, если я все правильно помню, то... В 99-м году скрябин выпустил «Хробак», мой любимый альбом, который, кстати, я теперь... После того, как у меня есть все эти на кассетах, я теперь задался целью, чтобы и «Хробак» найти на кассете, потому что на кассете «Хробака» там, по-моему, 5 или 6 дополнительных песен, ну, которые и так, в принципе, найти можно, хоть и труднее, как бы, но которые мне нравятся, как бы, там, многие из них. И плюс, на кассетах это более аутентично, это то, как они изначально издавались. Но их, блин, 200 штук тогда, это как лимитованный вид дня. И только там фанатам в клубах, то есть это целое событие, блин. И теперь я на Discogs, ну, сайт, в котором просто каталог всех изданий содержится, пару штук видел, и они там такие дорогие. Я, короче, не надеюсь найти, но это было бы просто, это как главная цель, как у фаната, это найти мой любимый альбом именно на кассете. То есть это тот носитель, который мне очень важен. Так вот, в 99-м году скрябин сделали. Основной альбом «Хробак» — это как чисто оригинальная музыка. Потом переиздание «Технофайта», на котором на самом деле тоже песен 5 новых было. Потом они сделали еще «Птахи повернулись» альбом. Тоже, по сути, альбом ремиксов, где новые версии песен из альбома «Птахи» были. То есть уже 3 альбома. По-моему, «Танец пингвина» тоже был в 99-м году. Тут месяц 98-й, да, наверное, это не считается. Окей, тогда будем считать, что вот так. То есть... «Хробак», «Технофайт», «Птахи повернулись», уже 3 альбома. Потом, по-моему, «Еутерпу» они тоже делали в то время. И даже «Модную Украину», но «Модную Украину» я не уверен. «Модная Украина» написано, что 2000, наверное, это тоже не считается. Окей, ладно, даже если так, 3 альбома. И «Наше Рождество», 4 альбома. И еще, вообще-то, что-то еще. А, ну да, вроде все. Тем не менее, за один год они всего лишь 4 альбома выпустили. И
Как? И они все классные, я не знаю, мне нравится. Так вот, вот эти четыре, это все, что у него были альбомы Скрябина, как бы, и я их не мог не купить, как бы, это то, что не обсуждается. А ну, кстати, да, интересно, что тут, как они оформлены. Ого, тут именно, блин, похоже, это реально лицензия, что-то слишком круто, вот эти вот все наклейки тут, именно Танец Пингвина, там, 98, блин. И такое все. Я же говорю, у меня именно Танца Пингвина нет, он сейчас продается на переиздании, как бы, ну... Как бы мне на нем всего две песни нравятся, и на диске не хотелось. А так, теперь он у меня есть на кассете, это более аутентично. И мне же интересно, как оно звучит, как именно песня Танец Пингвина звучит. Потому что на переиздании она так чисто звучит, как бы. А на кассете, небось, вообще, это настолько... Вот, наверное, если те, кто жил в то время и покупал, им, наверное, им повезло эти все альбомы тогда послушать. Кстати, мне интересно, какой тут состав песен. Ага, на «Птахах», кстати, не так уж и много... То есть на переиздании больше получилось. На переиздании добавили еще... Да, тут 10, короче, песен, а на этом аж 15. То есть тут всякие вот эти вот инструменталы в конце добавили, а тут немного по-другому, интересно. Обычно на кассетах вообще-то больше даже. То есть, допустим, именно «Каски», допустим. На «Касках» 17 должно быть песен на этом. А я знаю, что на кассете должно быть больше. На кассете должно быть, если это именно издание тогда, когда оно выходило, то тут должно быть... А, не, кстати, тут тоже 17 песен. Ха. На тех кассетах, которые настоящие лицензионные, на них, в общем, там еще было пару ремиксов. Там на LV и на Корале, по-моему, были ремиксы, и на Чуешь Биль. И там в итоге было даже больше песен. Я видел, что на кассетах должен быть другой состав. Ой, больше всего это касается, кстати, «Мовы рыб». В ней получается, я не знаю, сколько тут должно быть песен, но... Ага. А... Ага, не, тут наоборот меньше. Оно когда вот так вот сбоку написано, короче, то кажется, что много. А на самом деле, когда вот так вертикально смотришь, то... Не, это все-таки какое-то издание странное. Это как с диска переписали просто. То есть это не сильно похоже на лицензию. Особенно вот тут всякие Dolby HX Pro. А ну, так, какие тут есть песни? И сравнить сразу с переизданием. Допустим, в переиздании 16 песен, тут... Не подписано, но похоже около 10. Вона догнала дикий вітер, самотній в'язень. Оля! Оля, это та песня, которую я, когда увидел эти кассеты, мне, я тупо хотел именно эту песню послушать все время. То есть она у меня играла все время в голове, потому что я ждал, когда, пока я ждал. Я сейчас включу и больше всего хочу ее, в общем, послушать. На даху. Чим пахне победа. О, моя любимая песня, ну, одна из любимых из этого альбома. Лишись от того. Угу. Щось зимно, не вмирай, сам, осінь, зима, хорошо, що є саме важне. Най буде дощ і хорий спокій. Странная вообще-то подборка, тут нету холодного смаку, который был изначально только на... Вау, 96, этот... Странно, я всегда думал, что на кассетах наоборот больше места, и тут будет больше песен, но тут наоборот меньше, и они вырезали очень многие. И они набрали, кстати, вот, например, «Самотнє в'язання», это вообще... Чуешь Биль песня, точнее, она как бы ниоткуда, она между альбомами была. Ну, короче, ей тут не место. Так, тут не хватает, значит, песен. А, о, Техно, Турбо Техно, вот этих всех нету, кстати. Как без них, хотя, прикольно. Лишись от того, есть, главное, наименее мне нравящееся. Щось зимно есть, Не вмирай есть, Сам есть. Интересно, Сам это же как Технофайт, то есть это немного как получить Технофайт на кассете. Потом, сразу Осень, Зима, Най буде дощ і хорий спокій. Ух ты, так, то есть тут именно вырезали только достаточно неважные песни, то есть оставили достаточно прикольные. Я, в принципе, доволен тем, как они оставили все. Потому что в изначальном издании, которое самое первое, там был холодный смак. И главное, хорий спокій тут есть. Это одна из моих любимых. Будет так интересно послушать ее с кассеты, потому что я же говорю, я слушаю цифровку чаще, чем я слушаю дисковый вариант. Который, кстати, хоть его и там отремастерили, он звучит, конечно, чище, но он тише. Его, блин, сильно громко надо поднимать громкость, чтобы услышать что-то. И даже тогда высокие частоты, ну, как тонко звучит слишком. То есть там завысили вот эти хай-хеты всякие, и от этого голос как слишком далеко. То есть он как чисто, но при этом и не насыщенно. А на кассетах, наоборот, впереди звук. То есть ты вот как бы слышишь... Как моносигнал считаю, то есть голос лучше распознается. Ну, по крайней мере, в той оцифровке, которая у меня есть. А на кассете будет интересно, сейчас буду включать и в шоке быть с этого всего. И еще там, я же говорю, была Океанельзы куча, я решил все-таки так немного, знаешь, побаловать себя и купить, ну, мой любимый альбом Океанельзы, вот модель, который у меня тоже, у меня он есть. Я сейчас принесу, просто покажу еще тот вариант, который у меня есть, но он у меня...
перезатерт. То есть я, когда у меня появились диски, когда уже я мог музыку записывать, ну то есть альбом 2001 года, у меня еще тогда не было возможности диски записывать. И я помню, я когда сборник такой небольшой их нашел, 911 он назывался, там были все песни с модели и потом еще всякие с предыдущих альбомов, в общем. То когда у меня диск появился, я кассету уже не стал жалеть и записал на нее всякие вот эти вот там ремиксы, там, ну, клубную музыку, которую я в то время слушал, в 2005 уже. То есть он свое тогда отжил, и теперь именно слушать у меня его не получается. Но когда я нашел где-то, короче, оцифровку именно «Океана Эльзы» ранних альбомов, то я понял, что это настолько звучание уникальное, что мне очень хочется его еще раз послушать именно так. И это будет реально очень таким трогательным моментом. Тут просто мне все песни нравятся. Вау, интересно, тут, кстати, даже совсем другое оформление, не такое, как у меня. Вау, даже внутри есть всякое. И на самом этом даже написано название группы и альбома. Короче, отличается от той кассеты, которая у меня. Ну, я думаю, звук у них у всех хороший. А, и получается, я когда обновлял вот эти вот, ну, объявления, я увидел это объявление и пролистал, увидел Скрябина, и увидел, что оно было на сайте где-то, ну, часа два. И вечером это было, то есть он где-то часов в семь выложил, я часов в девять увидел. И понял, что если я сейчас ему не напишу, не как бы предзакажу их, не займу, то кто-то обязательно купит еще, потому что именно кассеты и диски Скрябина быстро исчезают, как бы я заметил. Люди, то есть есть спрос на этот товар, как бы. То есть я успел выхватить их, что называется. Плюс по 10 гривен вообще, я же говорю. И я настолько как бы спешил, что я ему спросил, типа, сможете отправить? И он говорит, да хоть сейчас отправляю. И я даже не стал ему там через карточку предоплату, там, потому что 50 гривен это немного. То есть мне пришлось еще за наложенный платеж доплатить 20 гривен, но это как бы немного, но все равно. То есть я настолько как бы хотел быстро их выхватить, что даже не стал усложнять там, знаешь, вот, чтобы увидел, сказал давай, и он в 4 ночи ответил, что типа да, могу. И я в следующий же день заказал, но оно, правда, на выходных там пока дошло, и вот сегодня только 3 дня прошло, но все равно вот они у меня наконец. Сейчас повключаю. Мне очень хочется реально сейчас послушать песню Оля. Прям интересно, кстати. О, нет, они все перемотаны. Ого! Как? То есть, у него есть на чем их воспроизводить и перематывать, потому что кассеты обычно не перемотаны. Вообще так странно. Я раньше просто слушал, получается, у нас же магнитофон, и на нем очень удобно. То есть, там просто поставил кассету, и можно через наушники, громкость, все классно. А так как я сейчас хочу подключить, это там целый проигрыватель, на нем нельзя регулировать громкость. А громкость отдельно на колонках можно. Если напрямую подключить наушники другие, то оно, по-моему, ну, одной громкостью будет. То есть там усилитель какой-то нужен. У нас этого ничего нету. Это все такое, как промежуточный вариант. Я хотел бы, чтобы у меня магнитофон был нормальный. Но даже если без этого, все равно я, ну, рад, что они у меня есть. Потому что я же говорю, я хочу топ-50 песен. И я когда про них буду говорить, я буду именно с кассет как бы иметь в виду. И плюс, блин, реально мне теперь хочется именно их слушать, вот так, чтобы они вот играли просто на фоне, а не как... Когда на компьютере слушаешь в наушниках, то это целый процесс, то есть ты должен посвящаться этому, то есть... Либо, ну, я не могу, не умею, по крайней мере, такую музыку слушать как бы фоном, то есть она должна... Я только что сказал, что она должна играть фоном. Я имел в виду, что делая что-то еще, то есть если, допустим, она играет вслух, то... Это одно дело, а если оно играет в наушниках в компьютере, ты не знаешь, на компьютере еще что-то оно должен делать. То есть это как, ну, другое совсем, короче. А когда вот так слух играет, это, короче, надо, в общем. Сейчас попробую подключить и включить. Подключил, в общем, еле-еле вот этот, вот такой, в общем, агрегат. Вообще, как мы дожили до такого, что приходится музыку слушать через вот так вот. Оно выглядит фэнси, но это на самом деле вот эта штука, это как часть... Другой там какой-то это. Мне вообще так не нравится такой дизайн, он как видик, блин, выглядит. А сабвуфер, в общем, это нам сосед давал на Новый год и забыл забрать. И я этому рад, потому что я через него Сегу даже включал. Сега, кстати, классно звучит через такие полноценные колонки. Особенно теперь, когда выход аудио хороший у нее. Я хотел с Мовы рыб начать, но я так подумал, что там она начнется с вот этой. Вона догнала Дикий Витер, и это не показательная песня. Я лучше бы, наверное... Чего-то такого, не знаю. О, например, «Коски». Мне же интересно, с чем она начинается и какие тут песни. О, 17! Класс. Все, берем «Коски». «Коски» и «Рис», как говорится. А что, если оно не запустится? Что, если сейчас что-то не так пойдет? О. Я надеюсь, я не нарушу всяких авторских прав, если я включу музыку на кассетах, потому что я добавлял в свои обзоры на фон музыку, и вроде никто ничего не сказал. То есть, я так понимаю, это более-менее...
Я надеюсь, что можно включать будет звук. Короче, погнали. Я, правда, не уверен. Короче, он тут странный. Он тут в обе стороны, получается, включает. И... А, я забыл включить колонку. Окей, профессиональный уровень. Там, кажется, света недостаточно. Хотя сейчас солнце столько. Вообще жара, лето, знаешь ли, так. Включай. Он. Вот теперь пойдет. Еще беда вот этого проигрывателя старого, что вот эта дека вообще не работает, как бы, а в этой она работает, а потом отключается. И если держать его под углом, то он работает. И мы когда досаду кассету какую-то подарили, то мы держали вот так вот ее. И мне сейчас, видно, тоже придется вот так постоянно под это, потому что, ну, оно настолько уже старое. Так, ну, старт. Сейчас басы. Вау. Вау, барабаны такие, как вдалеке. Вообще как другую музыку слушаешь. Блин. Собі, як шкода, ніхто вже ніколи сюди не ходить. Я просто, блин, не уверен, как эти колонки должны даже звучать. То есть тот факт, что они так звучат, это может быть какой-то глюк. То есть они, ну, надо к другим будет подключить. Может, я к своим вот этим вот, ну, которые у меня с компьютером, попробую. И через наушники надо проверить. И тут слишком. Ты что вообще? Оно настолько иначе звучит. Я говорил о том, что кассеты по-своему звучат, но я не ожидал, что настолько. Оно как, знаешь, как прямиком из прошлого. Класс. Я рад, что тут как бы вся. О, ну, если сейчас сразу в конец. О, тут сейчас будет «Там, где меня лишили», моя любимая песня, по идее. Так, play. Наверное, недостаточно далеко. Она тут, она, по-моему, тут не до конца дописана. Это в эту сторону, а в эту. Так, если подмотать. О, мотает. Тут даже показывают цифрами. Я же говорю, это не мой магнитофон, мне очень непривычно вот с этим. А, вторая сторона, кстати, может не до конца быть дописана, потому что на них же больше времени, чем надо. Может, альбом длится там, не знаю, 80, а тут 90 длина, то есть остальное время может быть просто пустота. Come on. Такой дурной. А, он, по-моему, просто до начала домотал. Да, это начало, надо значит другую сторону. Да. Я уже забыл, что кассеты имеют начало и конец. Реально, давно не слушал вообще-то слабачок. Да, похоже, там ничего нет в конце. У меня такого не было. У меня обычно кассеты дописывали там до самого конца. По-моему, тут на песню должна не влезть. Но это на другом альбоме. Это где-то я еще слышал, что... А. Вот, блин, а! Я доволен. Реально, там в конце просто пустота осталась. Моя любимая песня на кассете. Holy shit. О! Это перед этим, это же это. И будет так целый час. Блин, оно реально, вот когда слышишь вот так, то
то понимаешь, что эта музыка тогда еще была сделана. Потому что когда слушаешь на диске, оно чисто так все звучит, то оно просто как вне времени. То есть сейчас бы тоже сделали настолько же качественно. А вот тут оно звучит именно как музыка, сделанная в 90-х годах. Хоть это и невозможно. Это слишком круто, реально. Хоть и качество ужасное, конечно, естественно, но это из-за колонок таких. Я, если буду, например, на, ну, свой смогу починить магнитофон, у нас там более чисто звучит. Тут даже нормальный звук, если включить с компьютера даже, то будет все равно грязно звучать. То есть это не показатель. Хотя, бывает так, что некоторые кассеты более чистые, чем другие. О, океанализ тут на середине. Интересно, на какой песне. Мне, кстати, вот именно у Океан Эльзы хотелось, когда я увидел эту кассету, найти и послушать песню Коко Шанель, то есть модель. Ну, там, где он кричит «Я твоя, твоя, твоя модель». Это ж по этому альбому так назвали. И вот реально, если сейчас включится модель, я просто в шоке буду. Ну, я не думаю. Сейчас, наверное, что-нибудь, не знаю, сегодня там или друг, может, даже. Что это за песня? Я пытаюсь вспомнить. Это соло из нее. Это она! Как? И сейчас такое... Блин, я не мог угадать. То есть это невозможно. Она то ли третья, то ли четвертая песня, судя по этим, ну, как они называются? Бобины. То есть тут примерно середина, но, как и обещалось, я в шоке, потому что я не надеялся, что включил, то есть, рандомно. Вообще, да, блин, вот реально, я когда увидел эту кассету, то мне начала играть в голове песня Коко Шанель, и тут именно она, как бы. И я сейчас слушал, вспомнил вообще все времена, когда я этот альбом слушал. Я больше всего его на даче слушал, и там, получается, я один раз оставил кассету под дождем, и она до сих пор у меня мокрая. Сейчас свою принесу, короче. Сейчас тут бегал... На чердак, считай, и там сейчас такой типа дождь начинается. Я же говорю, когда я слушал этот альбом, вот такой вот он у меня получается. Я сейчас вижу, что тут отличается даже шрифт, не только цвет, потому что этот более такой, как полнее цвет. И что интересно, тут вот эта вот штука показана, как бы, чем она является. Я все время в детстве не мог понять, что это. Это, оказывается, просто такой, как массажерная такая штука. У нас даже есть. Вот такая, короче, вот это вот она на обложке нарисована. А я из-за того, что этот альбом узнал в то время, когда они рекламу Pepsi делали, и у них был такой тур, получается, где, ну, вот это Більше вимагає, вот эта реклама была. И, короче, я благодаря этому все время думал, что вот это Pepsi, которая как бы, типа, ну, капнула и такое разлетелось. Но это на самом деле вот эта штука, в общем. То есть у меня была явно не лицензионная версия, но зато у меня шрифт тут более крупный. А, тут вообще не то, тут English это просто какое-то, то есть это даже не лицензионный. И, блин, тут на моей просто копии, получается, капли. Просто капля тут и капля... Вот это вот у нас был, короче, маркер. Мы когда с братом, это надо понимать, что мне было 10 лет, когда я слушал этот альбом, поэтому он для меня настолько, как бы, въелся в сознание, как самое лучшее вообще... Тогда я каждую песню наизусть тогда переслушал, и я же говорю, обложка сама, она такая вся выцвевшая и не
ровная, потому что я когда-то забыл «Под дождем» ее, и вот всегда, когда я слышу именно песни из этого альбома, мне вспоминается вот этот период на даче, когда слушал, ну, именно вот она осталась «Под дождем» где-то, и вот эта свежесть дождя, и песня 911, когда играет, она как раз такая тоже мокрая, и в клипе как раз бензин капает, получается, и ну, настолько... Полно оно ощущалось благодаря этому периоду, когда я это все слушал. И вот именно, что я, получается, из-за того, что стер ее, у меня, ну, именно звука нет уже этого. Я искал даже специально оцифровки с кассеты этого альбома, но не нашел. И поэтому, когда я увидел, что кто-то продает, я все-таки решил за компанию взять. Правда, остальные не так захотелось покупать. Там были «Я на небе був» альбомы, были те, которые еще перед этим раньше был. Потом следующие, «Суперсимметрия» были, «Мира» даже были, но... Они для меня, ну, не настолько как бы ценны, важны. То есть это чисто вот... Я просто хочу, чтобы у меня была возможность слушать именно эти песни так. Ну, не именно так. Эти колонки, это все чужое, как бы. Это все мы, считай, взяли у соседей. Когда я починю наш магнитофон, или когда плеер может еще там... У меня был плеер небольшой кассетный, но он не всегда... Он не мог крутить. Вот эта техника, она такая слабенькая. Тут такие сложные механизмы, что ему именно много усилий требуется, чтобы такие простые действия делать, как включать кассету. Короче, Океанель завернулся. Ей! Я тут еще нашел. Там же Гориллаз еще у меня есть. У меня была полноценная, там где белые альбомы, они на джипе. Но это как небольшой такой, ну как... Не переиздание, а более полный вариант, на котором еще бонус-треки, которые как раз мне нравятся. Там бисайды, короче, вот это «Дракула», «Ghost Train», «Фауст». А, и «Кинопробы», кстати, это еще один из альбомов, который я тогда слушал. Я, кстати, не знал группу «Кино», я сначала услышал «Кинопробы» на этой кассете, и потом только узнал, что есть оригинал, там у брата были кассеты еще, и я и то долго не слушал, то есть «Кино» я тоже позже, чем надо, узнал, в общем. Это как бы, чтобы было понятно, что кассеты для меня это не просто что-то рандомное, так, ну ладно, мова рыбы. Кстати, мне надо было, наверное, вот эту футболку. Я в ней постоянно... Я когда-то, блин, зашел в магазин, где, типа, все подряд продается в этой футболке, и продавщицы с меня начали смеяться почему-то. Типа, the future generations will never know about this unique relationship. Ну, знаешь, о том, что, как бы, если кассета заживала, то надо вот так вот ее подматывать, в общем, либо карандашом, либо пальцем. Карандашом более удобно, в общем, ну, можно и так. Вот это беда этого проигрывателя, он постоянно... О, то крутит, то не крутит, то есть тут чисто механическое, так вот, если угол хоть немного изменился, то все. О, в эту сторону. А, или кассета закончилась просто. Сейчас будет, она догнала декивитер, скорее всего. Или та, которая на другой стороне. Так, где она? Тут как будто бы вот сигнал не доходит до него. Она... А, или закончилась. Так, сюда не хочет, а сюда тоже не хочет. Странно, что пока не заживала. Вот поэтому он мне как бы не очень. В теории возможно с него слушать, но вот это постоянно... Тот факт, что он запустился, это вообще, это уже достижение. Блин! Старт. Ресет, старт. Вот. Вот он выключается без причин. То есть из-за того, что там буквально на пол сантиметра, надо как-то что-то подложить, я не знаю. She's got the wild man. Я слышу, что он, короче, как типа сигнал, вот как будто сама розетка глючит, может. Ой. О. А, может реально розетка просто отходит. Вау, блин, я уже слышу, что этот по качеству лучше, чем... Чем Каски, это круто. При том, что это на 5 лет раньше песня записана была. Я эту песню, кстати, так постепенно... Все чаще переслушиваю, понимаю, что она офигенная, блин. И на английском при этом, и... Ну, она не особо вписывается в концепцию, так сказать, альбома «Мова рыб» именно. Но при этом... Фак, я не знаю. Но она как технофайтовская очень такая. И тут, в принципе, остальные песни тоже с технофайта. Тут сам есть, Невмираг есть. Блин, офигенно звучит. So many voices.
вначале имел в виду. Офигенная песня. Она, кстати, такая длинная, то есть минут 5, по-моему, длится. Я хочу домотать до Оли, потому что это та песня, которую я больше всего хотел послушать. Так, самотний вязан. Сейчас будет... Вау, это тоже надо вообще-то. Давай самотний вязан. Сейчас будет... Став він в'язним посеред сивих стін. Я, по-моему, не туда перемотал. Да, я не туда перемотал. Ух ты, интересно, тут, короче, есть одна кнопка, которая в эту сторону, а та в другую. Короче, надо вот так вот было нажать. Странно, он при этом показывает, что в эту... Нет, это начало. Я не понял, как это произошло. Если я мотал, включал в эту сторону, а он тут просто показывает, либо в плей в эту сторону, либо в эту. Я вроде включал в эту, соответственно, вперед тоже в эту. А может это назад я... Так, допустим, если я нажимаю в эту сторону, смотри. Окей. И надо нажать теперь куда? Вот эту. А, он тут показывает, да, вот это вперед. А, вперед и назад всегда в одну сторону. А то, куда play направлен, это какую сторону он будет включать. То есть, да, если я хочу вперед мотать, то всегда надо нажимать правую. Буду знать. Я угадал, ну правда, немного не сначала, и он сказал штивных стен, а не... Блин, качество офигенно. А, не, о! Это вот момент тот, в котором в клипе они, короче, все в обратную сторону вот так вот там пере... Блин, офигенный момент. Сейчас еще осознаю, что тут, короче, именно на этом издании все те песни, которых не было в первом издании. Потому что у меня есть оцифровка того издания, и на нем они прикольно звучат. Но вот этих там нет песен. То есть эти только на диске есть, они чисто звучат. О! Песня, которую я хотел послушать все эти 3 дня именно с кассеты. Золота дай, і нічого нам не треба, ніхто й тебе не дав, бо далеко є до неба, бо далеко є до. Я заметил, что тут, короче, там 2 голоса обычно. Один одну мелодию поет, другую гармонию. И тут слышно один только из них. Я обычно, ну, все время то тот слушаю. А тут слышно только один, это интересно. И многих звуков не слышно на самом деле. Окей. Это, конечно, хорошо, но я хочу послушать еще одну песню. Мне интересно, как тут звучит «Осень-зима». И, может быть, последняя, «Хор и спокий». Они, по-моему, рядом, они идут друг за другом. А, нет, «Най буде дощ» еще между ними. «Хор и спокий». Блин, вообще не так звучит, как на диске, офигеть. Thank you.
через ніч показують кіно. І знов то саме, я бачив вже його. Где? Я забыл, где этот момент начинается. По-моему, сейчас будет. Вот сейчас. Come on! Я забылся. Интересно сведено, ну, точнее, звук. Многие инструменты, которых раньше не было слышно, теперь на переднем плане, а голос вообще везде далеко. Я заметил, что даже вот этот голос этой исполнительницы классно звучит. Кстати, я сейчас вспомнил, что в этом объявлении помимо Скрябина рядом слева, короче, от него Вика Враде еще была так называемая. И она ж «То мое море» перепела у него, ну, точнее, Скрябин как бы подарил ей эту песню. Но вот эта вот какая-то Анжелика там Богуцкая или как-то там еще, она, короче, вот на этой песне поет, и у нее еще был альбом, который, по-моему, именно на студии, вот, ну, Скрябин, ну, на студии Спады, по-моему, она записала альбом, или то ли Юлия Лорд. Ну, короче, я везде ищу альбом этой вот, которая подпевает на последней песне, но не могу найти, как бы, даже, ну, то есть его невозможно даже послушать уже. Мартын пришел, как известно. Бурчит. Надо покормить. Так, я хотел перемотать на «Осень-зима». Сейчас, если будет «Осень-зима», то я буду счастлив. А, я несчастлив. Это «Найбуде дождь». Это тот вариант, который мне не так нравится, как тот вариант, который здесь. Блин, «Танец пингвинов». Это реально кассета, которую я именно очень хотел послушать именно с кассеты. Тут просто, ну, его я не так часто слушал. Тут многие песни для меня все еще такие, как в первый раз, как загадки такие. И здесь именно «Найбуде дождь» идеально сделан вообще. Блин, я просто не воспринимал этот альбом как кассетный, то есть я его всегда слушал просто как новое что-то скрабиновское. А «Танец пингвина» — это как раз наиболее кассетное, по сути. Так, а ну, сейчас будет точно «Осень-зима», сейчас будет «Я маю черный ровер, я давно его мав». Блин, офигенно звучит. Угадал момент, тут не куплет, тут припев, но он офигенно звучит. Блин, я давно его мал, и всех купил, что знаю, уже на раме прокатал. Но вот если раньше эта песня просто меня уносила по той бичной святы, то сейчас, когда слушаешь ее с кассеты, она еще и возвращает лет так на 20, даже в период, который я мог не застать. На самом деле я жил уже тогда, естественно, мне было лет 7, но я никогда не слышал именно этих песен. То есть я Скрябина узнал уже потом, после «Шанса», можно сказать. А вот это как отдельная эпоха, да, она так классно, в общем. Мне нравится тут, когда вот сейчас вот, сейчас будет музыка от припева, без слов. Ну, сначала будет. А вот, вот сейчас оно. Тут как было только один канал, только левый или только правый, или только центр, или только сторона.
Мартин камеру шатає. Окей, Мартин требует еду, я и так много сильно включил. Короче, я рад, не знаю, понятно ли это еще. Сейчас станет пингвин, еще хочу включить. Воу, я тут включил противоположную сторону, и тут победа играет. Я ведь не знал. Оно так быстро звучит, она никогда так быстро не звучит. Я уже сыни, по коже дым и кожа ниже вижу. В своей победе идти нам ничего не может. А я засынаю, а я то еду, по музыка рая. Не, конечно, именно слово вообще невозможно разобрать. Я так понимаю, если бы вот это вот звучало, если бы кто-то слышал только на кассете, это на таких, на не очень качественных колонках, то он бы вряд ли оценил бы группу по достоинству, потому что, ну, это как бы не совсем, это не передает суть, скажем так. Как бы, может, там Скрабин-то кучу текста смешного рассказывал, а кто-то мог просто его не расслышать физически. И, конечно, в этом смысле обидно. То есть я, конечно, завидую тем, кто слушал его на кассете в свое время, в молодости, там, или когда это только выходило. Вообще так невозможно представить. То есть Скрабин, это что-то, что такое, как бы оно вне времени. То есть у него песни всегда были настолько своеобразные, как бы, ну, хотя, ну, он, по сути, вдохновлялся всем подряд, но все равно что-то, что как бы и сейчас, и 10 лет назад, и 30 лет назад звучало бы одинаково, уникально, то есть трудно представить из другого периода это все. Ну, я имею в виду молодость, в смысле, если слушать, то, наверное, классно было. «Катана из пингвина». Вот это альбом, который я реально жду. Я ждал момента, чтобы его включить. А вообще, я хотел другие колонки подключить. Вот эти все, это, конечно, хорошо, но у меня есть более хорошие. Я, пожалуй, сейчас поднапрягусь и включу нормальные, потому что это не показатель. И плюс, да, можно сначала тот же альбом, который я только что включал, на нормальных включить. Чтобы убедиться, что в колонках дело, потому что вот эти, с которых он сейчас играет, nope. Итак, более нормальные колонки. Теперь сейчас включу ту же песню, чтобы проверить, именно один к одному сравнить. Если, конечно, ну, угадаю, блин, сторона, я не помню на какой... Не, победа должна быть на второй стороне, на Б. То есть, если стороной Б вперед, вот так, и теперь на в эту сторону. Вот сейчас будет победа, сейчас будет. Тут у меня на моих колонках просто больше контроля. Там всего лишь басы можно добавлять, а тут можно и требл увеличивать. Ну, как эквалайзер встроенный такой базовый. Holy shit, вот это другое дело. Damn. Я не угадал сторону, тут, ну блин, я все это время просто с голимых колонок слушал. Так, сейчас тут, короче, кнопка есть, которая громко так сейчас класснет. Это, короче, типа режим 3D, он боковые сигналы немного громче делает. Это всегда оглушительно. И по идее это сейчас должно сделать так, что слышно будет боковые звуки лучше. Ну, в общем, это должно помочь немного. В данном случае это нужно, потому что он, похоже, только средний сигнал извлекает, я не знаю. Ноп. Хотя да, лучше звучит. Блин, я вот это когда слушал в свое время, даже с диска просто когда слушаешь, и понимаешь, что вот это просто вот одно и то же повторяется много раз, минуты две, просто ничего не происходит как бы. Но, окей. Но даже это по-своему прикольно тем, что как бы оно существует, в смысле, оно как бы осязаемое, то есть даже несмотря на то, что это не игра, там музыкантов, которые перебирают струны, несмотря на то, что это там не исполняется вживую, все равно оно существует. И вот эти звуки все, они все, их кто-то туда положил для цели, и оно все равно интересно слушать, реально, вот я каждый раз, когда слушаю,
я ко всему так прислушаюсь, оно классно, в общем. Так, давай лучше, пожалуй, послушаем «Осень-зиму». О май гад, yes, вот это оно. На тех не было этого слышно. Класс, оно звучит так же, как, ну, почти, как с диска. Правда, слов, вот слов, я не уверен, что будет ли тут слышно. Ага, вот так должно быть. Это вот ты от Treble убрал. Treble тут шипящий очень, это особенности пленки, как бы, она всегда так более звучит. Особенно, когда оцифровывают непрофессионально, то всегда слышно вот это вот. Мне так нравится, на самом деле, регулировать на ходу эквалайзер постоянно. Я не могу не держать руки все время на регуляторах. Все, да, я убедился, что беда была все-таки в колонках. Кассеты классно звучат. Особенно Мова Рыб, кстати, на удивление. Из всех этих кассет купленных. Хотя нет, кстати, а ну, если сейчас еще раз каскейп включить, может они на нормальных колонках лучше бы звучать. Будут звучать. И насчет Казок, кстати. Альбом в целом сведен так, что в нем густо должно все звучать. То есть это нормально, что он так звучит. Я хочу ему эту Руки Медузы послушать. Сейчас ладно угадать, так оно. Sorry. Татка Хоры, классная песня. Какая, блин, музыка классная, я не знаю. Ла. Education я искал песню, но она почти в конце, и сейчас, возможно, будет либо Train, либо Никому Это Не Треба. Либо даже еще и будет... Нет, это сейчас будет Train, я думаю. Тут просто надо как бы прикидывать, вот сколько времени прошло с конца, плюс тут еще пустота была, то есть где-то оно сузилось до вот тальки, и потом вот так, я не знаю. Ну, сейчас либо Train, либо и будет так. И будет так, значит, да, то есть вперед надо мотать. Если я промотаю вперед, то по идее оно мотает обратную сторону назад. И тут сейчас Train будет. Если включить в обратную сторону. У меня такого не было. У меня всегда в одну сторону мотало, и там было понятно. Я не знаю, я что-то увлекся. Я не уверен, что я так много музыки смогу включать. Я постараюсь нарезать, чтобы типа оно было. Но все равно. С кассет скрябина слушать. Это классно, я доволен. Скажи мені то все і не питай. Може я вру, скажи і не питай. Не питай ніць. І знов ті стіни стоять, і знов та вода. А ті, хто живе на горі, там стін же нема. Клас, да, на этих колонках даже этот альбом классно звучит. Так, я туда мотаю, по-моему, вперед надо. Да, сейчас будет Никому Это Не Треба. Потом, я на самом деле так давно с кассет ничего не слушал. Мотать странно, оно гораздо быстрее, чем кажется. То есть кажется, что вот он только промотал пол песни, но на самом деле уже вот, по-моему, вот уже... Сейчас будет Никому Это Не Треба, смотри. Хоть я и вот все, что... Ну, то есть совсем недолго мотал. Education. Оно уже промотало через Никому Это Не Треба. На две песни быстрее, чем я думал. Вот это вот опять же. Ага, вот она закончилась. Блин, это же моя любимая песня. Я не могу ее не послушать. Кстати, ну я, поскольку уже делал обзор на Technofight,
и на каски. Но я тогда не сказал, я тогда говорил, что было прикольно найти песню Education в том варианте, в котором она была на Технофайте. И она нашлась, короче говоря. Но честно говоря, вот, ну, при том, что там звучание прикольное, но я предпочитаю все-таки то, как они ее сделали на касках, все-таки. Несмотря на то, что она более лоу-файная, аутентичная, типа. Но она, видно из-за того, что я сначала услышал этот вариант, то мне так кажется менее такой доработанной, что ли. Мощная песня. Вот, кстати, мне этот вариант тоже нравится. Понятно, оригинал более совсем другой, как, конечно, но я этот тоже так часто слушал. Мне он сейчас перенес прям в 2010 год, когда я больше всего слушал этот альбом, так на повторе бесконечно. И все равно мне Чуешь Биль нравится все-таки. А вот, пожалуйста, лучшая песня альбома. Да не, не лучше. Лучше это последняя. Світ валиться, я ніц не хочу знати. Мене навчило на свою біду. Education, час відпочивати. Я не прийду. Что можно слушать, получается, сразу несколько, ну, вот в припеве, получается, там же основное, это как... И он при этом поет другую мелодию, и ты можешь и то слушать. И я сейчас мне это напомнило о том, что в песне той про Крис Вит, там две мелодии на голосе, короче, то есть одна поет «Той прикрий світ», а другая «Той прикрий світ». И гармония, короче, создается. И ты всегда какую хочешь, такую можешь переключаться фокус между... Это классно, это когда вот как две песни в одной. И я не помню, где она. Мне кажется, она вот может даже быть на противоположной стороне. Либо... А ну, я тупо не знаю, что сейчас будет. LV. О, потом Руки Медузы. Класс, даже LV классно слышно. То есть дело было не в кассетах. Кассеты классно звучат. Та на вода
волни, кроків не чути, не видно слідів. Я би і далі так ходити хотів. Я в восторге. Вот эта именно песня, она настолько густо звучит, именно она сама как волны. Я уже об этом говорил, все равно. Иду за сторожа, світ тихий світ. Вигнали шуми, вигнали світло. Носять на плечах цілі тони вони. І не говорять, бо не мають коли. Ты шо? Как можно не петь это все? Наверное, если бы кто-то еще... То есть я бы мешал слушать это тем, кто этого не слышал. Сейчас, кстати, может будет загубленный рай, я немного не готов, потому что это слишком хорошая песня. Сейчас я не уверен, что. Of course. Как так я опять же угадал? А коли спиш, не-не-не, а-а-а, не-не-не, а-а-а, не-не-не, а-а-а, не-не-не, а-а-а, коли ти свої сльози не витирай, і мову риб ніколи не забувай, нікого слова ти сюди не пускай, загублений рай. Залізає на трон, розбахує твоє вікно, то параноя тихо косить всіх нас, а голі стіни в хаті слухають час. Оно, во-первых, образность класная, і крик, емоція, понимаєш? Об этом трудно говорить, оно просто, ну, оно сама self-explanatory. Холоди свої сльози не витирай, і все, що ми нічого не забувай, нікого злого ти сюди не пускай, забувай рай. Это невозможно слушать как бы вот так вот, я, ну, это лично. Я их буду в наушниках слушать. Тоже хорошо. Тільки про те, доку, серед тих, що ти саме не суть.
виріс я із панів у болоту, я живу, поки час не крадуєш. Мені, кстати, всегда так нравилась эта фраза «виріс я із панів у болоту», то есть... Учитывая, что текст, то есть он вначале там, что типа я не ем пьютик и пиво, я довольный, как свинья, он, то есть, рассказывает о том, как он все неправильно делает, но и, типа, никто, все остальные еще хуже. Ну, то есть, странное такое, ну, как, типа, как не эволюция, а наоборот. Просто так люди нам усли, а мы сами виползем в песня была на альбоме «Чуешь, Биль». Я в шоке. Я уже говорил это много раз, но я все еще надеюсь когда-нибудь найти эту кассету. Мне кажется, она существует, и я ее вот так вот включу. И буду слушать, и сделаю все возможное, чтобы оцифровать. Ну, опять же, нет, я думаю, нет. Что я вообще возомнил о себе. Ну, в смысле, допустим, если каким-то образом я смогу найти ее на кассете, то я, естественно... Сделаю все возможное, чтобы ее распространить, чтобы все остальные тоже смогли ее послушать. В смысле, я оцифрую ее лично, как бы, если никто другой этим не возьмется. Но я бы надеялся, чтобы это сделала какая-нибудь звуковая компания, которая, как бы, у которой есть на это... Которая, как бы, неплохо бы это было сделать, блин, вообще-то. Потому что что фанаты должны сами все делать? Потому что эти все неизвестные песни, они, как правило, фанатами там ремастерируются. Но неплохо, кстати, все равно звучат. У тут вот будет сейчас, по-моему, та песня, которую я искал. То и про Крисвит. Тут две мелодии, короче. Можно любую петь и всегда не прогадаешь. Не хватает центрального. Всегда в восторге. Я, кстати, в своем обзоре не сказал о том, что тут два голоса поют разные совершенно вещи, и они все равно сочетаются так классно. Тут это, кстати, похоже смена ключа, потому что оно отличается от всей остальной песни. Они в клипе там еще в это время летят и потом ныряют, там эти киты, самолеты на фоне. Второй куплет такой классный. Я нині зрано встав, поліз у свої гори, і телевізор мій лишився сам. Я доволен, я сильно долго на этом альбоме задержался. Надо уже включать «Танец пингвина». Я
Из него хочу пару песен услышать сегодня. Я теперь, блин, думаю о том, как я это все буду включать, если, ну, я не уверен, что... Ну, как бы, ну... Я повырезаю, конечно, главные моменты, но все равно это не совсем... Я не знаю, просто все эти правила, можно ли включать музыку, нельзя включать музыку. И учитывая, что на Ютубе и так официально даже загружены целые альбомы Скрябина, то есть я не думаю, что... Это все... непонятно мне. О! Сейчас будет Танец Пингвина. Ай! Надеюсь, это та сторона, потому что... А, он не сможет дальше играть. О, да, сейчас, наверное, будет... Мне всегда начинается. Компания «Новый рекорд» представляет новый альбом Жени Фокина. Исполнитель «Модная музыка». Для вас Женя Фокин поет о любви. Лучшая музыка от «Новый рекорд». Спрашивание 6 июля. What the fuck? Я надеюсь, это было... Надеюсь, эта кассета не стерта. О, вот. Класс, они просто рекламу поставили на кассете. Я такого не видел еще никогда. Это, то есть, а хотя да, Новый рекорд, это же она же сделала, может там это и было. Блин, но этот альбом, он такой, знаешь, немного продажный, скажем так. То есть тут чисто такой сборник еще ремиксов, они совсем такие, как бы типа в то время, как говорится, обленились там. Ну, Скрябин был, ой, ну, Кузьма был недоволен тем, как остальные себя ведут, и он же после этого уже так, по-моему, с ними и распался, и, конечно, ну, я реально вот этот, как-то там, «Зеленый тур», или, ну, короче, там, где вот этот альбом они играли, реально вот вживую звучит не очень прикольно. Но некоторые песни отсюда мне все равно очень нравятся. И вот в «Танце пингвина» в этом варианте мне нравится как раз вступление, которое длится, блин, 10 минут. Ну, 5, так, подожди, плей. Вот эти барабаны еще минуты 3 будут тут, по-моему. И тут эффекты сейчас разные, там фленджер сейчас пойдет. О, такая песня. Я просто, блин, я ее не слышал в детстве, я ее услышал уже позже, и мне она сразу показалась слишком знакомой, то есть я мог ее раньше слышать, но не знать, кто это. Особенно основная мелодия. Вот. Не вот это, а припев. Вот это не, вот это из оригинала, по-моему, взято. Нет, кстати, это добавлено. Я даже думал, что они взяли чью-то песню и мелодию из другой песни добавили сюда. Вау, оно немного... Так этот, дрожит звук. Да, оно так как расслаблен. Да, звучит не очень. Именно это. Говорят вообще, что надо кассеты, короче, проматывать от начала до конца, чтобы они лучше звучали. Может так даже лучше. Я долго хожу по мести, на мене диво небо, то й не моє небо, то й не твоє небо, а фантастика. Из-за того, что кассета дрожит, похоже на то, как они обработали голос в песне «Великих рыбак». Там «Мы великих рыбак, мы да». Ну, такое, как дрожащий, короче. И оно добавляет аутентичность. Вот так же Скрябина их слушали люди. Мне, я так завидую, но я вот тоже теперь слушаю, так что я теперь тоже тру. О, вот. Стало лучше, что это не я. О, теперь чище стало звучать. Интересно, качество, да, в кассетах оно бывает, что по-разному. О, теперь так как надо. Солнце на
это было бы идеально, если бы, короче, можно было... тут просто последняя песня... А, нет, «Найбуду дождь», она не последняя. «Победа транс» последняя. «Победа транс» в этом варианте мне не нравится. Уже извините. Мне нравится предпоследняя песня из этого альбома, которая называется «Найбуду дождь», «Пиано ремикс». Это, кстати, реально одна из первых песен у Скрябина, которую я услышал вообще, потому что я же его как бы сознательно не слушал, а эту я услышал у первой девушки, в общем, она была в плейлисте ВКонтакте, короче, и она мне ее, по-моему, скидывала даже. И я в шоке был с того, какой тут текст классный. Я сейчас надеюсь, что оно включится так. Назад? А, нет, это тишина. Это значит, что там уже закончился альбом. То есть он наверняка тоже не заполняет. Тут же ж не так много песен. О! Вот эту песню, на самом деле, я открыл для себя в том году только. А, это конец, блин. Назад. «Поздно не приходит зима», вот она получается с «Мовы рыб», но в этом варианте она тоже по-своему интересна. Она переделана так классно, что получается там сэмплы, звуки, я не знаю, вот тоже классные по своему стилю. Я в этом году ее чаще всего слышал, я даже такой небольшой сделал, такой типа клип, ну, в Инстаграм выкладывал, когда снег откидывал, и оно просто вот это вот в голове играло как бы. Нет, это куплет. Вот это. Ничего не было, и хмары постоянно стало долго зима. Радио казалось, что зима я зима, но не было покурить, что никого нема. Над моей лагерь дырной тут паучок, я могу сделать лифт уже не мог и на ночок. А потом дырно ты сказал, зима я зима, и тек из них пришел, а паука уже нема. После не приходит зима. Так классно! Рок! Вот мне нравится, что тут, короче... вот на данном этапе особенно, тут получается, некоторые инструменты погасли, остались только основные, чисто вот бас, бит и мелодия, и этого достаточно. И вот сейчас вернулся вот этот вот стрингс, ну, скрипки. Мне опять атмосферно стало. Мне нравится, когда вот такая структура, что каждый звук можно слышать. И они потом в храбаке вот это начали использовать. Он тут по-другому поет, он в «Мове рыб» просто на раме прокатал, а тут прокат-такат-такат. Класс. Я вот эту песню тоже очень сильно хотел послушать. Именно вот я раньше с этого альбома слушал только вот эту вот последнюю песню. Сейчас, кстати, надо до нее домотать все-таки. Предпоследнюю, в смысле. «Найбуду дождь». Это прямо вот реально, это вот как... я с нее начал узнавать Скрябина полноценно. То есть до этого я слушал там где-то, ну, как бы вот там «Гламур», там где-то, может, слышал, по, ну, когда в «Шансе» он пел вот это «Мур-мур-мур, любим гламур» там и...
«Люди, корабли». А потом, вот благодаря вот этой песне, уже в 2008 году начал как бы немного больше его как бы прислушиваться. И потом в 2010 больше всего слушал вообще бесконечно. Чего тут ничего нету? Так долго. Такое впечатление, что на второй половине песни 3. Или вообще ничего нет. А, нет, это я просто... Я громкость тише сделал, сейчас надо вернуть. Да, это последняя песня, которая ужасно сделана, честно говоря. Я, конечно, там фанат и все такое, но вот эта победа транс, так называемая, она даже не транс, она тут рок-ремикс, и мне не нравится, как она тут звучит. Тут просто реально все песни, я смотрю, меньше 4 минут нету, тут все по 5, по 6, 7 есть. Train Dance Remix, я давно его не слушал. Drum and Bass and Rock Remix. Просто все сразу. Совсем другое ощущение от этой песни, когда она в таком стиле. И она типа панк-рок, но она немного, ну она не туда, не сюда, как бы. И мне больше нравится тот вариант, который на мове рыб. То ветер, то страшный диван, и совсем робот все не так. Мороз по коже. Зимні краплі моїх сліз вкрили землю, як росам. Хто не спав, не бачив сліз, а я завжди тільки спав. Часто коли відкрив, очі сльози потекли. Не спинити вже тих сліз, так і файні були сни. Песня слишком много эмоций у меня вызывает, как бы, как очевидно. Хочется еще отметить, что в ней очень структура классная. Мне нравится, что по сравнению с «Мовой рыб», они, там, получается, было куплет-припев, куплет-припев, и оно не так мощно было, сильно быстро припев приходил. А тут все куплеты сначала, потом гроза такая, разрыв такой, пианино, вот это новое, и потом припевы все подряд вот так вот поверх всего. И теперь опять музыка, еще и соло вот это вот. То есть оно как... Короче, очень мне нравится структура тут. Я ее последний раз именно слушал полноценно вот так вот. Ну, точнее, первый раз я ее слышал в 2008 году, соответственно, я ее 10 лет. Ну, я ее не часто переслушивал просто так вот, чтобы... сознательно, как бы, вот так вот, и чтоб полностью, вот так вот, и оно из-за этого прям перенесло в то время, я прям перепрожил всю свою жизнь только что. По-моему, это стоило 10 гривен, которые я заплатил за эту песню. Шутка.
Ты шо? Кстати, блин, я доволен, что у меня этот альбом теперь на кассете именно есть. О, Птахи я еще не слышал, но блин, могу ли я вот так вот все альбомы вот так включать? Мне интересно на самом деле, как звучит наше Різдво, потому что это одна из более поздних альбомов. Ісус ця родися, ця, там, первая песня. Ця рождаю, точнее. Бог ця рождає, да. Классная такая, ну, она сочетает несколько жанров как будто в себе. Немного фолк, но и электронная. Но ЕУТРП, конечно, лучше, мне больше нравится. Как в ней классно они объединили электронную музыку с вот таким вот голосом. Так, это было интро, вот сейчас Иисус, Бог ся рождає, по идее. И тоже сэмплы электронные, интересно. Вот это вот. Да, все вспомнил. Тут, конечно, сильно много не шлавы. Но я послушаю, может, на Рождество. Сейчас как бы середина лета, не самое время для рождественской музыки. А, вот я, получается, Птахи еще не проверял. В принципе, это не проверка, просто хочется узнать, как они звучат. Вот тут, кстати, черная такая, что даже не видно, на начале она или нет. Чисто, чтобы уже все, раз уж я тут, пока я, ну, как бы, проверяю, ну, не проверяю, как... Так. What? Так, это не Скрябин вообще. What the fuck? Кто-то, кажется, перепутал кассету. А, может, куда-то записали просто? Так нет, тут написано Скрябин Птахи. А. Может быть оказаться, что это, короче, типа вторая сторона, и надо записано что-то еще, потому что это было что-то странное, но я сейчас вспомнил передачи некоторые, в которых показывали Скрябина, где он там всякие эффекты накладывал на всякие эти там, где на пианино играл, синтезаторы проверял. И, а вдруг это какая-то как бонусная там какая-то песня, что только тут есть, ну, это как wild надежда такая. Так. О! Вот это уже Скрябин. Верю. Так, надо, значит, поменять сторону, потому что я другой стороной включил. Да, то был похоже обратная сторона этой кассеты. Мне этот вариант наименьше всего нравится. Мне больше нравится, который на технофайте. Вот тут классно эту песню сделали. Ой, я на самом деле рад, что я все проверить смог, потому что сильно много и как бы... Понятно, что я сам буду потом это слушать больше. О, Птахи. Класс, да. Ну, в смысле... До того, как они Коски выпустили, вот это вот альбом, он, по-моему, первым был именно таким официально изданным, ну, и более-менее популярным, и он только в таком виде мог быть. То есть это кассета якобы 95-го года, ну, тут написано, что 95-й. Ну, я не уверен, что она как бы лицензирована, хотя, не знаю, короче, ну, неважно. Суть в том, что вот в таком виде ее и слушали в то время, наверное, и это так трудно представлять, при том, что я был как бы тогда, но мне было сколько? 4 года тогда. Хочу послушать самую классную песню из этого альбома. Только до нее далеко, она почти в конце будет. Я потом это все, естественно, буду сам переслушивать бесконечно, потому что с кассеты гораздо... Блин, я не знаю, я пока еще не осознал, что у меня есть Скрябин на кассетах. Это слишком круто. Я не маю сил.
О! А, сейчас, правда, по-моему, не самое. А, сейчас Лемура так, тоже неплохо. Хорошо звучит, как для кассеты. Потому что я слышал, оцифровки с некоторых кассет настолько некачественны. Классная песня, и мне еще, я сейчас вспомнил, что она, оказывается, с Чуешбиль альбома, и даже есть вариант, в котором она записана не очень качественно, и там тоже она классно звучит. Но тут тоже хорошо, на самом деле, я это тоже часто слушал. Сейчас, по идее, должна быть самая классная песня. Робила мої руки все, що я захотів. Дивились мої очі, а їх вже нема. Коли ще мої губи говорили слова. Забирати і не можу вже ніколи нові горбати лак. Плакати не час, а речі хочу того знати. Тільки сльози були дома свої знаки малювати. Плакати не час, а речі море тихо впало. Я лишився не без хвилин, там де риби помирали. Вже не чути наші кроки, там де ма чого ходити. Я лікарства не шукаю, бо не можна отравитись. Классная, вообще настолько мощная песня. Именно, кстати, ну, в таком варианте она мне нравится. И они, между прочим, в 99 году очень классный ремейк на нее сделали в «Птахи повернулись» альбоме. Это одна из, ну, единственных на том альбоме достойных песен. И она почти настолько же классная, как эта, при том, что она очень сильно от нее отличается. То есть в этой песне припевы и куплеты как будто в разных ключах. Точнее, не как будто, а действительно, он там на несколько полутонов поднимает, и как две разных песни, соединенных вместе, и они как не сочетаются, в общем. А в вот этом ремейке они сделали так, что припев более грустно звучит, короче, благодаря вот этим... Ну, там, короче, больше звуков, и там вот сам бит мне нравится. То есть она крутая по другим причинам. То есть там есть вот, например, в начале там вот это... Вот я в обзоре на этот альбом не сказал тогда о том, что ремейк тоже классный, потому что я его не слушал как следует, а сейчас услышал и могу сказать, что они обе классные. То есть, ну, оригинал все равно по-своему очень сильно мощный, крутой, но и ремейк достаточно достойный. Просто «Птахи повернулись», очень альбом такой не... Его сейчас издали на переиздании, так называемом, но его не издавали в свое время. То есть его вообще, ну, его сделали и все, и ничего с ним не делали, как бы. Даже ни на кассетах никак не было. Только в 2010 году он появился именно. Что тут на другой стороне? А, это ремикс, это этот... «Пывая вода» ремикс. Да, это «Змученный». Я сейчас понял, что, блин... А, нет, это... Я запутался. Это было что-то зимно инструментал. И чуешь биль. Тут на самом деле 15 песен, прям как в ремейке. Тут просто написано, что 10 песен, но тут на самом деле больше. Вот почему я не узнал некоторых песен. То, наверное, был какой-то ремикс, который я редко слушаю.
Блин, так это круто! Это значит, что тут все-таки... О, обожаю вот этот вариант, кстати, чуешь, Билли. О, Дарева плакала! Так, я думаю, если я буду вперед мотать, он отмотает назад, да ну? Да. Круто, они просто не написали, что тут больше песен. И странно вообще-то, почему? Учитывая, что это ж круче наоборот, если было 15. Я хочу послушать Древо плакало. Мне она так нравится что-то. Вот она, из-за того, что она такая как бы вот несерьезно сделанная такая, наверняка там за 10 минут они ее собрали, она, ну меня она веселит в общем. Блин, я хочу слова, слова дай. Классная песня. Она не классная, но она мне так нравится. Блин, ну что это за... Блин, ну, я хочу слова. Джиминджибао. Отсылка, которую поняло два человека. То есть тут на самом деле 15. Это, однако, знаешь ли, может значить к тому же, что на касках, где? На касках могут быть бонусные песни, ну не, вряд ли, 17. Короче, я слышал, что на некоторых кассетах, короче, добавляли миксы на LV там, потому что на кассетах больше места, по-моему, тут 90 минут, то они заполняли их как раз тем, чего не было на дисках, соответственно... Здесь могло быть, но я, насколько я понял, тут они не заполнили ничем. Тут в конце тишина после последней песни. То есть, скорее всего, это просто не то издание. Их несколько могло быть. Ну и, в принципе, те песни у меня есть, так что... О, так все, я, получается, в итоге вот все кассеты и послушали мы теперь. Мы. Так, по хронологии, будь добр. Мне надо там нейл просто. Где? Так я уже запутался, просто тут мои кассеты уже лежат. А, я нейл, ага. Ой, вот это сюда можно. Damn it. Okay. Все, я доволен. Вот такой небольшой экскурс в прошлое, которое я не застал на самом деле. Для меня Scrubbing был всегда в дисковой форме, как бы, то есть это то, как я его знаю, как бы, но кассеты совсем, совсем по-другому. Вот и, мне кажется, более правильный вариант того, как его надо слушать. Учитывая, что изначально он на них, особенно вот эти вот первые альбомы, которые до дисков выходили, они, ну не то, что сводились, может быть, даже под кассеты, но лучше передает атмосферу времени и вообще, то есть, я рад, что они у меня появились. И теперь я очень сильно хочу также найти к тому же, знаешь, Храбак. Пока у меня не будет кассеты с Храбаком, я не успокоюсь. И я хочу на него обзор сделать уже много лет. Ну, не лет. Да, на самом деле, много лет, кстати. Я понял, что я еще до того, как начал обзор делать, всегда хотел про этот рассказать. Но я сейчас понял, что, короче, я хочу, чтобы у меня кассета была. Когда у меня будет кассета, я расскажу про нее. Это такое условие. Про остальные альбомы потом. Все, думаю, достаточно материала. Выключай. Уф, я тут... Только что ждал, когда телефон зарядится, и в это время слушал музыку, там, каски прослушал полностью, вообще круто. Потом модель включил на нормальных колонках. И случайно после песни «Сегодня» как раз оказалась моя любимая песня вообще у этой группы. И я просто решил записать это, потому что это слишком особенно, как бы. Thank you.
чем вообще звук. Вот я именно так это все помню. Вот я слушаю, и оно меня буквально переносит во все эти времена, короче. Вот эту именно песню так бесконечно переслушивал. И она, ну, продолжительная, и в конце она долго гаснет, и от этого, и она в самом конце альбома, и она от этого бесконечной кажется. Ладно, выключаем.